по поводу трейлеров и Звездных войн, вообще расскажи про свое отношение с Звездными войнами и про Терминатор. Ну и то же самое. Звездные войны, я смотрел все, причем смотрел по два раза, то есть я смотрел сначала, будучи все-таки рожденным в 94-м году, я смотрел сначала, как-то, когда я начал вообще увлекаться кинематографом, я посмотрел сначала первую, вторую часть, ну там